Ничего себе. О, акушоп. Прикольно. На мормышечку. Но маленький. Но есть. Но маленький. Интересно. Сейчас покрупнее что-нибудь поставлю. Если он тут пасется. Лёп. Ух ты. Есть. Что-то приличненько. О, судак. Прикольно. Ну да. По сравнению с тем-то окунем. Гигантус. Давай. Плыви, растение. Что-то интереснее. О, еще один окунь. Ну, вот это уже окунь, смотрите. Это уже, да. Ой, ирокез распушил. Это уже такой едовой. Всем здорово, фанатики. У меня сегодня такая, знаете, веселая городская рыбалка. Городская, потому что я на городской набережной опять. Я вчера буквально вот по мостику ехал опять по делам. Смотрю, тут на набережной движуха какая-то прям дикая. Поплавочники сидят, фидеристы сидят, дончики сидят. Ну, думаю, надо брать спиннинг, идти смотреть. Наверное, рыба поперла. Взял, короче, я только в календарь не... Ну, как в календарь не посмотрел? Я-то посмотрел головой, не подумал. Короче, вот, ребятушки, у нас сегодня вообще тут дикая движуха. Вон, видите, за моей спиной. Сегодня 25 мая. Короче, ребята, я вам скажу, есть кое-что в этой жизни похлеще бухающих ВДВшников, купающихся в фонтане. Это бухающие выпускники. Вот они сегодня везде, они повсюду, потому что сегодня 25 мая. Я с трудом вот тут нашел место. Так, потише, и чтобы я им не мешал, и они мне не мешали. Но это вот такая вот междумостовая ямка. Между двух мостов, и, как видите, рыбка тут плавает. Клюет на китайский. Ноунеймы одни, как мне сказали, в распаковке, короче. Короче, ребята, блин, плюйте на всех диванных рыбаков. Не верьте никому, верьте мне. Китайские приманки работают. Еще китайские приманки работают. Судаки с окунями прут, как вы видите. Сейчас попробую еще что-нибудь за пару часов, которые у меня есть, поймать. Но надо сказать, что рыбы пока еще немного. Она еще где-то там, в верховьях, наверное, на нересте. Вода еще не прогрелась. Но первые хищники этого сезона уже радуют. Кстати, это первые хищники. Я пока в этом сезоне ни по окуню, ни по судаку не выходил. Только по бели со спиннингом.
прям со дна, блин. Такой тык. Сначала падение на дно, а потом удар. Вот. Вот, уже интереснее. Смотрите. Поменял приманку, и дело поперло. И он тут прям покрупнее. А, здесь, правда, прохладновастенько. Сегодня вообще прохладненько. А покрупнее он тут, потому что вот здесь прям где-то чуть ближе к той опоре. Здесь миляк такой, вот где барашки такие водные. Вот ближе к той опоре там ямка. Небольшая, но тем не менее ямка. Он, скорее всего, там тусуется. Я сначала поставил мормышку. Вот, блин. Так, чисто попробивать, что тут есть. С опарышем, как вы видели. Потом поставил маленькую танту. Тоже с алика китайскую. Ну и потом вот решил укрупниться, поставить вообще активную приманку. С большим телом, но маленьким подвижным хвостиком. Я когда на алике их выбирал, в первый раз их сегодня разловил, я вот сразу подумал, что они, блин, ловить будут. Прикольные такие молоточки. То, что тут окунь есть, это признак хороший. Я бы вон там половил, где баржа. Ля, ребята, ну там вообще сейчас. Там сейчас, ребята, ад. И Израиль. Угар, Содом и Гоморра. Пьяные школьные оргии. Это четкий удар в руку прям. Блин, вот где-то он тут по направлению в надпись надо кидать на колонии. Где-то он там тусуется. Прям вот тут. О-о-о. А че? А кто скажет, что плохой окунь? Да пусть первый бросил в меня, вон тот дрынул. Смотрите. Для ультралайта, блин. Да тут вообще для этих мест просто монстр. Для городской-то набережной. И сумка у меня новая. Эй, подожди, подожди. Пакет дала. Мешочек. Так. Вечер перестает быть томным. А вот там всякий жук. Между тенью и светом вот где-то там. Но с той стороны кидать опасно, там дальше камни начинаются. Я там все приманки пооставляю. Просто течением буду сносить. Есть. Сразу же. Еще один. Вот я точно место нашел. Вот поменьше, но все равно приятный. А самое-то главное, ребята, молоточки, молоточки работают с алика.
периодически метро громыхает. Вот это метромост слева от нас. Оказалось, опять удар был. Судачка бы приличного, что такое увидеть в этой яме. А он тут бывает. Он тут тоже плавает. Значит, окунь шарится начал. Смотрите на набережную. Вот бы его там, где баржа, попробовать половить. И где корабли двигаются у нас. Где водомерный пост. Там всяко поинтереснее. Тут надо в будний день делать. И не 25 мая, блин. Окунь. Там его судачка уронили. Надо выкинуть. Судак мелкий. Есть, это сильно сказано, конечно. Поклевывает. Берега. Повис как-то так, без удара. Ой, еще одного уговорил. Как всегда, бац, трац, поклевка, и у камеры батарея садится, камера выключается. Уже хороший актив набирается. В падении берет, когда на паузе сорта подбирал.
Я думал, сорвался. Сначала удар, потом послабление. Он, может, на меня попёр. О, хороший окунёк, слушайте. Прям такой норм. Не, ну не морской, конечно. Не так, как первый, но все равно. Подпивасники местные. Не, как первый. Как первый круг. Самый первый-то вообще был смешной, но нормально. Вообще тоже вот со дна сейчас поднял, блин. Я решил проводку делать. Оторвал уже. Ложил без окуня, а оторвал уже с окунем. Смотрите. Ну. Приличный такой иракез. Воу-воу-воу-воу. Это где-то прям по тому направлению, вот так. В принципе, недалеко от берега. Где-то вот где-то, наверное, за этим кустом, в нескольких метрах. Я ж говорю, прям где-то. Прям где-то вот за этим кустом он постоянно недалеко берет. Ребзя, смотрите, что выловил на зацепе. Кто-то тут на большого хищника ходил. Вот это, ребята, уже заявка. Что-то там приличное такое повисло. Поклевок не было. Блин, куст этот еще. Я думаю, дай сосиску съем, хот-дожную. Ни хрена себе там окунь. Съел сосиску, закинул, думаю, а, все равно сейчас поклевок не будет. А тут сразу же ядрен батонно. Вот это рекорд.
Вы посмотрите, ё! Вот это я понимаю, окуняра. Вот это дурнина. Вы посмотрите, он в пол моей башки. Вот это окунямба. Вот это серьезная заявка. Блин, кайф. Слушайте, прям вот хорошо, что в эту яму меня загнали сегодня обстоятельства. А это я сегодня открылся по хищнику, по окуню. Я уже и камеру выключил, но уже собрался уходить из этой ямы. Думаю, все, этот гигантус последним окунем был. А тут на тебе еще. Сори, я такое даже не беру. Что-то все, ямка замолкает. Я, наверное, пойду потихоньку на выход, там сям кину. Около выхода. Если что интересное будет, так обязательно сниму. А если нет, так и домой пора, и чей знать. Зацеп. Отцеп. Что-то так хоть поклевывало. Сейчас прям утки распугали, бля. Всю рыбу. Бац, отрубило. Ну, то, что поклевывает, это хороший признак. Она будет еще прогуляться. Ух ты! По-моему, рано я собрался уходить. Вы посмотрите, что творится. Может, это второй приход, блин? Ого! У гигантуса второе дыхание открылось. Смотрите, еще один приличный. Ёпта! Вы посмотрите, что творится. Ну да. Лучше реденький, конечно, поклевки, но вот такого окуня. О, хорош. Как обычно, камеру выключаешь и клюет. И опять что-то такое приличненькое. Ну все, ребята, на сегодня кино все. У меня это от радости камера бы пахнулась в воду. А там сквозной батарейный отсек открытый, что под пауэрбанка. Заряжать ее можно было. Ну и пока что все выключилось. Надо ее сушить. Так что все. Ну, рыбалка была отличная, мне понравилась. По хищнику открылся классно. Встретимся на следующий. Всем пока.